Здравствуйте. Вот моя посылка от сайта Мыло Опт. Сегодня я покажу, что в ней было. Это водорастворимая бумага. Качество бумаги мне нравится. Картинки четкие. Дальше была пластиковая форма. Круг средний. Это пластиковая форма. Прямоугольник, тоже средних размеров. Это пластиковая форма байк небольшого размера, но достаточно хорошо сделанная, видно рисунки. Пластиковая форма квадрат средний. И последняя пластиковая форма это хэппи звезды с цветочками. Четкая надпись. Я думаю, на мыле будет смотреться очень красиво. Такое мыло всегда пригодится. Дальше в посылке был глицерин объемом 100 мл. Отдушка лимон лайм 10 мл. Ароматизатор пищевой ирландский крем Литва 5 мл. Ароматизатор пищевой молочный шоколад Литва 5 мл. Дальше я заказывала пигменты косметические всех четырех цветов. Основной это синий цвет, пигмент красного цвета, достаточно насыщенный цвет, зеленый пигмент. Все они весом по 10 грамм. И желтый пигмент. Вот моя мыльная основа, которую я заказала. Она прозрачная. 1 килограмм. Основа английская. Как по мне, она была хорошего качества. И я заказывала на сайте, есть 4 варианта пакета для мыла, я так думаю. Я заказала все 4 разных варианта. Вот белый был вариант. Дальше средних размеров пакет бумажный. Пакет бумажный малый. Вот он отличается значительно от среднего по размерам. И еще последний вариант мне очень понравился. Это пакет бумажный из плотной бумаги. Он, ну, по качеству видно, что бумага плотнее, нежели остальные пакеты. Он немного больше малого пакета. Ну, как раз идеальные размеры, плотность бумаги тоже хороша. Буду заказывать именно этот вариант. Так что, кто сомневается, вот смотрите. Все 4 варианта пакетов, которые представлены на сайте. И, конечно же, в посылке была перечень всего того, чего я заказала. Теперь еще краткое содержание того, что было в посылке. Вы видите, ароматизаторы, отдушку, глицерин, 4 красителя, это пигменты, они не мигрируют в мыле, по 10 грамм, 4 основных цвета. Мыльная основа прозрачная, Англия. И пластиковые формы, которые я заказала. Я заказала геометрические и пару таких интересных вариантов. Пластиковая форма достаточно удобна для изготовления мыла. Пакеты. Видите, достаточно большой белый пакет. И он светлый. Ну, остальные пакеты мы уже подробно рассмотрели. Самый большой получился средний. И отдельное спасибо за хорошего качества водорастворимую бумагу. Вообще за сервис спасибо магазину Мыло Опт. Очень хорошо все.